Центральная избирательная комиссия России подвела итоги конкурса на лучшее освещение в СМИ выборов в Государственную Думу и президента России. Свои материалы представили 250 средств массовой информации, в том числе 63 телеканала, из них 4 федеральные. Первое место среди телерадиокомпаний занял «Юрган». По словам председателя избиркома республики Елены Шабаршиной, жюри конкурса отметило целый ряд программ нашего телеканала. Отдельно был назван совместный проект избирательной комиссии республики Коми республиканской телевизионной компании Сыктывкарского государственного университета «Зачетный выбор». Напомню нашим телезрителям о том, что в результате данного конкурса выпускники школ получали возможность учиться на бюджетной основе в Сыктывкарском государственном университете. Нужно сказать, что вот этот проект был поставлен в пример другим субъектам Российской Федерации. Кстати, конкурсная комиссия порекомендовала Центризбиркому совместно с Министерством образования страны провести подобный конкурс на федеральном уровне. Сама церемония вручения наград пройдет 7 июня в Москве.